Сегодня на обучающем тренинге финансовой грамотности мы прошли такие модули, как составление финансового плана, составление семейного бюджета, что такое депозит, сбережения и так далее. Да, конечно, сегодня однозначно видно, что проявляется интерес, интерес у фермеров, и, соответственно, они получают эти знания, знания по финансовой грамотности, которые в будущем, я надеюсь, им помогут. Мен абдан жакты тренинг, себеби деген биздин Кыргызстанда ошо тренингди өздөштүк болот. Азыр биз окуп атабыз, абдан жагып, мага например деген, чейин бир жактан барып кредит алгыч чапты, өзүбүздүн каражатыбыздан чогулсак аябай жагып атат. Раньше я не вела учеты расходы своих семейных расходов, семейных доходов, а сейчас, наверное, буду вести. Вообще, я думала, что я грамотная, если честно. Ну, а вот так выходит, действительно, мы многие вещи не знаем. И тренинг, он меня научил сбережениям. Вот раньше я не особо обращала внимание. То, что я сегодня прошла, и в дальнейшем, вот, просто даже элементарно записывать, да, расходы наши, это, оказывается, все важно. И я буду в дальнейшем все это делать.